продается станок для рихтовки проволоки. Еще одно название – правильно-отрезной полуавтомат. Принцип работы его – протягивание через вращающуюся рамку. Протягивание проволоки через вращающуюся рамку. На выходе, как вы сейчас увидите, получаются ровные кусочки проволоки, выпрямленные. Данный полуавтомат использовался компанией Триада для изготовления антенн. Все, наверное, знают антенны под маркой Триада. Продается станок в связи с тем, что куплен новый. Гораздо более дорогой, ну и более совершенный. Поэтому за ненадобностью продается старый. Предназначен для рихтовки проволоки от 2,5 до 4 мм. На больших диаметрах не пробовали. Станок продается как есть. Способ вывоза – самовывоз. Мы чистить станок перед отправкой не будем. Можем предложить знакомую свою компанию, которая может его перегрузить куда-то, переставить, перевести. Либо вы со своей. Находимся на территории ЛАМО. Пропуска обязательны. Проход на завод только гражданам Российской Федерации. Имейте это в виду. И водителей тоже только граждан Российской Федерации.